Иванушки Интернешнл в Могилев приехали в новом составе. В этом году в группе появился новенький солист из Украины Кирилл Туриченко. Приняли меня отлично в семью. Почему семья? Потому что Иванушки Интернешнл — это уже, наверное, не просто группа, это действительно уже такое большая семья творческая. Поэтому я очень переживал тогда, когда были первые концерты, были первые выступления, но все мои переживания были напрасно, потому что меня поддерживали. И вот так вот как-то вот все получилось. Случилось, что через много лет мы встретились с Андреем в Одессе. И я подошел к нему и попросил его спеть песню «Снегири», которую я постоянно пел в караоке. Это уже знали, я приходил в караоке, все просили меня петь «Снегири». Я обожал эту песню, обожаю, люблю и всегда прошу, чтобы в концертах она была. Поэтому сегодня, если можно, в своем. И Андрей не отказал, и мы спели эту песню. А потом уже через месяц мне позвонил Андрей и сказал: «Приезжай в Москву». Я приехал, мы встретились на студии. Я спел порядка 15 песен «Иванушек Интернешнл». Потом наизусть. Да, потом мне уже мама передавала вещи в Москву поездом, потому что я остался. А на 13-й по счету «Золотой шлягер» ребята ехали с легким сердцем. Я родился 13-го, моя сестра родилась 13-го, мой дядя родился 13-го. У меня телефон 45-й 13. У меня дом был березовый 13, потом я его, правда, продал, но неважно. Я учился в 13-й школе. 13 – мое любимое число. Мне 13 лет. И тебе 13 лет, в конце концов. Фестиваль для Иванушек стал поводом для добрых встреч. А фестивали – это замечательно, когда собираются люди, коллеги. Вчера я впервые за 10 лет общался с Виктором Салтыковым. И замечательно. Это мой кумир моего детства. У меня 15 лет, в 85 году. Я вот так вот на его концертах группы «Форум» убивался в танце. И вчера я ему об этом сказал, и у нас была возможность поговорить в поезде полчасика. Я счастлив. Старые добрые шлягеры Иванушки каждый раз поют от всей души. Клянусь вам, вот я вам клянусь, я каждый раз пою песню «Тополиный пух», как будто впервые. Мне так нравится наше творчество, я так люблю наши песни, что я им не могу передать. Но это вот от всей души, и поэтому каждый концерт мы выступаем как последний. Поэтому у нас сегодня будет действительно скандал. Что петь? Что исполнять? Потому что я люблю свои песни и творчество. Все, я устал. Дружеская атмосфера в коллективе чувствовалась и за кулисами сцены. В какой атмосфере идет подготовка сейчас к выступлению? Ну, как в атмосфере? Хорошей, жизнерадостной. Вот, потому что то, что мы делаем, нам нравится уже много. В рабочей обстановке, вот, видите, я глажу. Да, сейчас он рыжего прижжет утюгом. Вот, все хорошо. Друзья, осень наступила. Хорошего настроения каждый день. На работе, дома, с родственниками, со служивцами. И всегда, в общем-то, относитесь к жизни с мажорной ноты, понимаете? Мнение артистов и подробности закулисной жизни фестиваля смотрите каждый будний день на утреннем канале. Просыпайтесь вместе с нами, чтобы узнать все самое интересное о фестивальной жизни. We'll be right back.